Андрей, как ты себя чувствуешь? Что случилось? Обморок. Когда? Вчера вечером. Где это произошло? У тебя дома. Неужели ты совсем-совсем ничего не помнишь? Ну, не то чтобы совсем ничего. Я испугалась. Больше так не делай. Хорошо уговорила. Настя, позови, пожалуйста, врача. Да, сейчас. Вспомни момент, когда ты была счастлива. Расскажи, что происходит. Я сижу на качелях. Это наш дом. Передо мной мама. Улыбается мне. А папа где? А папу я не вижу. А нет. Он сбоку стоит. Раскачивает меня. Мне так. Весело и хорошо. А теперь сделай шаг в день, когда случился пожар. Давай вместе его сделаем. Смелей. Смелей, смелей. Посмотри вокруг. Что ты видишь, слышишь, чувствуешь? Часы тикают очень громко. Помоги! Я спряталась в углу. Пожалуйста! Пожалуйста! Ничего не видно. Кругом дыма. Занавеска горит от нижнего потолка. Жарко. Нечем дышать. Больно. Грудь разрывает. Лиза! Лизонька! Меня зовет папа. Где ты? Я кричу. Я задыхаюсь.
выжить, Бог! 20. Шаг в сторону, шаг в сторону. Дыши, 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 дыши. Дыши, успокойся. Молодец, молодец. И? Я-то думал, Ермолов и врача просит. Не может быть. Я не понимаю, он же плохо себя чувствует. Ну, я не могу это констатировать. Вячеслав Григорьевич, я собрала все документы и написала заявление Тамаре Маратовне. Честно говоря, я рад. Вы возьмете меня к себе? Я хочу вернуться в ваше отделение. Прыткин. Хорошо. Пойдемте, поступила пациентка с кровотечением. Пойдемте, пойдемте. Садись. Теперь представь, что мы в кинотеатре. Будем смотреть кино. Ты режиссер этого фильма. Все, что происходит на экране, придумала и сняла ты. Хорошо? Угу. Теперь ты можешь перемонтировать фильм. Изменить сюжет. С чего начнешь? Я бы выпрыгнула в окно. Хотя, как же папа? Ведь он тогда все равно погибнет. Почему? Ты представь, что папа задержался на работе. Хорошо. И пусть тогда соседи не тупят и быстрее вызовут пожарных. А они быстро приедут и быстро все потушат. Молодец. А еще лучше, пусть пожара совсем не будет. Пусть Настя никуда не пойдет и не закроет меня в квартире. И занавесок этих, пусть у меня в комнате не будет. Они мне никогда не нравились. А теперь давай, запускай свое новое кино. О, добрый день, Андрейка. Добрый, Тимофеевна. Куда спешишь, как паровоз дышишь? Иди сюда. Покалякаем, по-соседски. Не могу. Хозяин приехал, надо за порядок в доме отчитаться. Что будет с твоим Серегой, если он тебя дожидается со вчерашнего дня? Что с ним будет? Путаешь ты, бабуль. Не было его вчера. Тьфу. Запамятовала, видать, когда он приехал. Придется теперь зарубки на заборе делать. Слушай, вот я что спросить хочу. Ежели человеку плохо, ежели небо совчинку, как жить? Надеяться, Тимофеевна. Сегодня черная полоса, завтра белая. Но это ты больным, наверное, своим в утешение так говоришь. А я так скажу. Ежели человеку плохо, ежели дыхалку сперла, ничего хорошего не жди. Да, делай по душе своей. Что радость всегда приносит. Теперь представь, что я Настя. Не стесняйся. Говори мне все, что наболело. Все, что хочешь. Это все произошло из-за тебя. Мне на тебя пофиг. Мы с парнем встречаемся. Знаешь, чем мы там занимаемся, пока ты задыхаешься? Это же ты меня в квартире заперла. Я же тебя просила открыть. Да плевать я на тебя хотела. Знаешь, как он целуется? А теперь давай. Выплескивай на меня всю злость, которая накопилась. Давай! Да ненавижу тебя! Молодец! Ненавижу!
Это из-за тебя все произошло. Баба сгорела из-за тебя. А ты только о себе и думаешь. Только о себе! Где ты была, когда папа умирал, а? Где? Никогда тебя не прощу! Никогда! 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 Лиза? Лиза, стой! Мы не закончили! Прости. Да ничего. Рад, что тебе уже лучше. Ладно, не бери в голову. Основные триггеры мы с ней отработали. Брось ты эти кеды, что ты их держишь? Помоги лучше мне стол обратно поставить. И давно у тебя эти провалы? Ты вчерашнего вечера вообще не помнишь? Вообще не помню ничего. Даже то, что ты приехал, представляешь? И разговор наш не помнишь. Впрочем, ладно, это не важно. Я сам его толком не помню. А, я тебе про Айзековича рассказывал. А с Кристиной ты общался? Мы с ней не созваниваемся. Ладно, Андрюш, мне пора. Так, подожди, я с тобой. Не-не-не-не-не-не. Тебе пока в Питер не надо. Рано. Да сколько мне здесь торчать-то? Подожди еще пару неделек, а там видно будет. Ты сейчас не в лучшей форме. Особенно, если учесть твои провалы. Да в нормальной форме, Серега. Хорошо. Давай проверим. Да ладно, хорош. Вставай ровно. Вставай, вставай. Руки в сторону. Глаза закрой. Правый до носа, потом левый. Вот-вот. Черт. Давай дальше. Руки вдоль тела, ноги вместе. Голову медленно назад. Смотри на потолок. Теперь глаза закрой и останься в этом положении. Ты издеваешься, что ли? Давай, давай. Оп. Я ж тебе говорил, у тебя что-то неврологическое. Хорошо бы голову проверить. Андрюш, у тебя два сотрясения подряд. МРТ надо сделать. Я денька через 3-4 вернусь. Надо с Лизой еще один сеанс провести. Онлайн никак? Шутишь, что ли? Ладно. Дома не сиди в четырех стенах. Сам знаешь, чтобы память не страдала, надо нагружать мозг. Ладно. Буду сидеть в огороде над кроссвордами. Ну зачем? У тебя тут целая больница под боком. Так что не скучай. Расширяй круг общения, только осторожнее с местным менталитетом. Угу. Сергей что, уже ушел? Да. Извини, я прервал ваш сеанс. Я чудовище. Лиза. Не надо меня успокаивать.
Я все про себя поняла. Я всю жизнь только и делаю, что издеваюсь над Настей. Мне нравится смотреть, как она мучается. У меня приступ, она с ума сходит, а я как будто и довольна. Я не знаю, как мне с этим жить. Я не знаю. Тихо, тихо, тихо. Вот, выпей, выпей. Лиза, не надо себя изводить и самобичеванием заниматься. От этого только хуже. Очередной припадок начнется, но ведь этого не надо. Сергей работал с тобой, чтобы ты отпустила ситуацию, а не зацикливалась на ней. Займи себя чем-нибудь. Работу найди. Где? Ты же филолог, преподаванием займись. Тем более Антона из Дома культуры, ты знаешь. Здравствуйте. Желудочное кровотечение вырвало кофейной гущей, причем дважды. Кровь поставили, переливаем. Гемоглобин 80 пока. Надо принимать решение об экстренной операции. Мне готовить операционную, Вячеслав Григорьевич? Погоди, Настя. По поводу чего операция, коллега? ФГД сделали? Давайте с этого начнем пока. Да. Привет, Кристина. Привет. Как поживаешь? Нормально, как ты? Я тоже вроде нормально. Послушай, ты мне нужна. А вот ты, Андрей, мне больше не нужен. Кристин, давай успокоимся и просто… Андрей, ты вообще не понимаешь, в каком ты свете? Не звони мне больше, ты понял? Заводишься из-за этого психа. Забудь про него, он уже сбитый летчик. Да что не так-то? Есть рецепт, давай лекарство. На чье имя рецепт? Да это дядьке моему. А дядьку как зовут? Да, Ваня. Надежда Федоровна. Да это он жене попросил своей. Да ну. Да что не так-то? Фамилия как у жены дядьки? Ну, это… Да не помню, из головы выскочила. А тебе-то что? Ничего тебе я не продам. Не имеешь права, рецепт есть, бабки есть. Знаешь что, скройся с глаз моих. И моих. Тебе непонятно объяснили? Ладно, давай рецепт. Дядька придет, который Надежда Федоровна. Мало тебя наваляли? В конец оборзели. Будто я не знаю, зачем и что они покупают. Закинутся колесами, водкой зальются и будут ловить приходики. Ух ты! Какой специфической терминологией владеете? Алла, я тут подумал, может, мы… Тая! Тая! Ай, больно! Зайка, ты сильно ушиблась? Так, позвольте-ка мне. Где болит? Вот тут. Вот тут. Значит, тут и посмотрим. Тихо-тихо. Ай! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Ай-яй-яй! Здесь больно? Да. Ай! Все в порядке. Ножка слегка подвернулась.
Легкий вывих. Связки не порваны. Ай. Холодное приложить, замотать. А что такой прекрасный ребенок здесь делает? Наша бабушка не хочет уходить на пенсию. Решила стать экскурсоводом, поэтому приходится Таю везде брать с собой. Летний лагерь не вариант? Иммунитет у нее слабый, часто болеет. Понятно. Мамины настойки не помогают. Мне тоже. Больше не падай. Договорились? Вы тогда тоже больше не падаете и не ударяетесь. Хорошо. Не буду. На, держи. Угу. Спасибо, Люся. Андрей! Люк, подожди. Угу. Хорошо. Ал, иди сюда. Фамилия у него как? Ермолов? Я не помню. Ермолов, Ермолов. Я его по фотографии узнала. В репортаже по новостям был. В каком репортаже? Рассказывали, что Ермолов твой убийца. Правда, правда. Угу. Тянись ко мне. Так. Ноги. Ага, здорово. Сейчас, извини, я на минуту, ладно? Подождите. Здравствуйте. Здравствуйте. Лиза. Да. Меня Антон зовут, если вы не помните. Я помню, Антон. А вы ко мне? Да, но вы вроде заняты. Ну да, я конкурсантку готовлю к танцевальному телешоу. У нас скоро в регионе отборочный тур. Прикольно. Вот, стараемся, чтобы наш Крестецк выступил достойно. Здорово. А вы на танцы хотели записаться? Нет. Вообще, я ищу работу. Может, у вас есть что-нибудь? А, неожиданно, честно говоря. Понятно. Извините. Хотя, подождите, Лиза. Реанимации сразу за спорт? А? Чего жрёшь к ножке? Разве не спорт главная тропа к здоровью? Так, заканчивай чудить. Для тебя сейчас любая физическая нагрузка – это удар по печени. Док, ну не могу я здесь. Ну маюсь я, понимаешь? Душа у меня на свободу рвется. А что твой врач говорит? Так ничего. В том-то и дело, молчит. Ты бы, кстати, перетер с ним там по-свойски, чтобы он меня выпустил. А то меня Люсечка ждет. А я тут как тигр в клетке! Так, 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 тигр, тигр. Успокойся, уговорю. Угу. Но физические нагрузки с твоей печенью пока что еще рановато. Печень моя, печеночка. Печальная девчоночка. Эх, док! Вот если бы я чуть не помер, я бы так ничего и не узрел. И что узрел? Так смысл жизни. Водка, она что? Ты буханул и балдеешь больше, ничего. А жизнь, жизнь, вон она, мимо проходит. И столько мне всего интересного, только успевай. Надо шевелиться, док. Намерение правильное. Ну вот. А у тебя какие? Ну, разобраться, что со мной происходит, восстановиться. И вернуться в Питер к нормальной жизни.
Ну, в целом, складно излагаешь, док. А смысл у твоей нормальной жизни, он какой? А? Виталь, привет. О, Настюха. Как хорошо, что ты здесь. К нам женщина поступила, пожилая, с желудочным кровотечением. Собирают консилиум, не хочешь поучаствовать? Это с доктором моим не забудь поговорить. Искать в рэп-текстах и рок-композициях продолжение великой русской поэзии. В рэп-текстах? Мне нужно подумать. Подумайте. Но вы ведь понимаете, что подростки просто так на лекции о наших великих классиках не придут. Увы. А вот литературный кружок про рэп... Ну хорошо, я согласна. Круто. Прости, пожалуйста. Ну что, повторим? Ага. Готово? Да. Ты в порядке? Угу. Точно? Да. Давай. Раз, два, три. В общем, мне хочется страдать, чтобы Настя страдала. Потому что она в смерти папы виновата. Девонька, что ж ты такое говоришь? Это как можно, чтобы родная сестра страдала? Ты же не животное какое-нибудь, Господи. Животное даже на такое не способно. Но это же не я сама хочу, чтобы Настя... Это что-то внутри меня. Вот как Сережка, значит, людям мозги вертит, крутит. А кто, ежели не ты, за мысли твои в ответе? Мое... Бессознательная бабуль. Вот на бесноватую ты вроде не похожа. Значит, вольна сама распоряжаться своими мыслями. А вот возьми и скажи. Ну-ка, Лиска, не балуй, не проказничай. Не вей из сестры веревки. А мыслям своим скажи, пошли вон отсюда, гуляйте за забором, а дорогу ко мне забудьте. Ладно. А про комнату что скажете? Живи, внученька, живи. Спасибо. Ну, спасибо, ты одним не отделаешься. По хозяйству нужно будет помогать, да. Я ведь старуха вредная, я тебе спуску не дам. Хорошо. Слав, та пациентка Татьяна – это моя тетя. Ты пойми меня правильно, я понимаю, что там все запущено, и я не хочу на тебя давить. Но, может, все-таки операция? Судя по УЗИ, в печени метастазы. Я уверен, рентген покажет метастазы еще и в легких. А это уже четвертая, по сути, терминальная стадия рака. Ну, о какой хирургии может идти речь? Альтернативное мнение подошло. Коллега, приветствую. Что вы скажете по поводу проведения операции у пациентки с кровотечением сосудов желудка со злокачественным опухолевым процессом и, судя по печени, метастазирование вообще по всем органам? И, скорее всего, это карцинома. Ну, я не успел ознакомиться с ее анамнезом. Но есть же паллиативная хирургия. Если ничего не делать, она умрет от кровотечения. И еще пара деталей. Гемоглобин при поступлении 70, гипотония 90, сатурация 80. Судя по всему, там и карциноматоз брюшины. Она погибнет просто на этапе доступа. Она неоперабельна. Послушайте. Может использовать щадящую методику, эндовидеоскопическую операцию. Чтобы заглянуть и убедиться в степени своей наивности? Там все будет в спайках, опухолевые ткани. Операции ради операции. И вообще, коллега, судя по интернет-новостям, ваша репутация вызывает, мягко говоря, вопросы.
Подождите, каким новостям? Это еще ерунда, Андрюш. Андрей Аркадьевич! Андрей Аркадьевич, я вас по поводу своей головы спросить хотела. Вы в больницу на осмотр ходили? Нет. Сходите. А вот те лекарства, которые вы... Прежде всего, сходите на осмотр и сделайте снимок шеи. Вам понятно? Сеньорита, пардон, если отвлекаю. Чего? И а кто такой Ермолов? А, господи, Андрюх, что ли? Да нет, не знаю. Доктор Ермолов, убийца топ-модели. В Петербурге правоохранительные органы расследуют дело о смерти известной топ-модели Марии Цепиной. Известному хирургу-диагносту Андрею Ермолову грозит до 6 лет тюрьмы за смерть пациентки, что случилось в тот роковой день. Элитный врач допустил роковую ошибку, судя по всему, неудачно проведенная процедура в совокупности с назначенным препаратом для разжижения крови привела сначала к обширному кровоизлиянию в легкие, а затем к смерти пациентки. Удивительно, что Ермолов даже не заплатил штраф, не говоря уже о публичном покаянии, и, судя по всему, намеревается продолжать свою убийственную практику. Черт. Вот ведь. Серега, друг, что ж ты мне ничего не сказал? Все знают. Один я ничего не знаю. Дурак беспамятный. Мам, я домой хочу. Малыш, мне еще надо поработать. Ну, раз никого нет, то и работать не надо. Зайка, вот представь, мы сейчас с тобой возьмем и закроем аптеку. А придет человек, и ему плохо, у него температура. Ты помнишь, как ты болела? Да. Ну и как тебе было? Плохо. Вот именно. Ну, а папа когда приедет? Я не знаю. Он уже давно не приезжал. А если бы он приехал, то мы бы на речку сходили. Да, и сегодня вода холодная. Ну, тогда на каруселях покатались. Позвони ему, пусть приедет. Зайка, он занят. Ну, давай тогда с этим дядей. С каким дядей? Ну, с твоим новым знакомым. Ай, давай не выдумывай. Ладно, я сейчас переоденусь, и мы с тобой пойдем. А мороженое купим? Обязательно. Ага. Мороженое собой. А вон что? Да ладно. А ты что? Ну да, ты в пицунду меня сначала свози. Ладно, давай. Мне товар надо принимать, а я с тобой заболтался. Выздоравливай. А, дружочек. Давай, папа, дай. Давай, посмотрим. Людмила Анатольевна. Давай. У брательника юбилей в субботу. Не хотите присоединиться? Где гуляете? На плотинке. Роскошно гуляете. Это значит, да? Это значит, что я подумаю, если ты мне просрочку не привезешь. Намек понял. Пойдем? Ага. Что
что-то я запуталась, подруга. А как же Виталик? Ой, ну что Виталик? Виталик, конечно, добрый, хороший, с ним весело. Но ведь и хламон не доделал. Ну да. Виталий не справится, так Никита поможет. Ну а что? Вот человек, сам товар развозит, две машины в аренду взял. Скоро главный продуктовый поставщик будет. Ай. Хозяйственник крепкий, понимаешь? Ну да. Мой поставщик тоже хозяйственник крепкий был. И где он теперь? Что надо тете Люсе сказать? До свидания. До свидания, моя красота. До свидания, тетя Люся. Думай. Угу. Да. С этими поставщиками, конечно, не угадаешь. Ой. Кристина. Послушай, прости. Мне без тебя очень хреново. Мне сейчас вообще паршиво. Я хочу тебя увидеть, приезжай. Виделись с тобой. Не доглядела я тебя. Добрый вечер, Настенька. Татьяна умерла. Уже на кармане. Красавцы. Я знаю одного типа, он за этот фуфломицин пятеру даст. Погнали, погнали, давай, давай. Все, валим. Поехали. Погнали. Готовы? Погнали. Поехали. Ты все правильно сделал. Я ничего не сделал. И это было правильно. Я мог сделать операцию, но не сделал ее.
Прости меня. Слав, операцию можно было делать? Можно. Шанс на положительный исход был такой. Минимальный. Но он же был. Послушай, ты дал моей тете шанс уйти спокойно, в сознании. Я всю жизнь запомню ее улыбку. Спасибо тебе за это. Пора. Завтра на работу. Можно спросить, что ты делаешь? Можно. Ну и? Собираю вещи. Далеко собралась? Я переезжаю, буду жить у Аглая. Так, Лиз, что случилось? Ничего, все нормально. Нет. Что-то случилось, ты мне все сядешь и расскажешь. Да нечем нам с тобой говорить. Ты меня вообще не слышишь. Я буду жить у Аглаи, я так решила. Ты никуда не пойдешь. Лиза! Тебя спросить забыли. Лиза, ты болеешь. Все, перестань. Переживаешь, что некого будет жалеть? Что у тебя есть в жизни, кроме моей болезни, а? Своего личного. Вот и у меня ничего. Только доктора и диагноз. Мне это надоело. Я хочу свою жизнь. Без болезни. И без тебя. Подруга, стой! Слышь, а ты чё такая одинокая, если такая красивая, а? Нормальных парней нет, одни уроды попадаются. А чё дерзкая такая, а? Слезай, объясню. Слышь, чё, тебе лечиться надо, дура! Ошибаешься. Мне кажется, что Лиза... Она ненавидит меня. И есть за что. У меня был парень, Дима.
любовь-морковь пожениться хотели. А Лиза нас доставала. Не знаю, может быть, он ей тоже нравился, ревновала. Или просто из вредности. Следила за нами. Мы целуемся, и тут она. Пошла на свидание и... Ну, заперла ее. Она плакала, рвалась. Умоляла, чтобы я ее выпустила. Как-то знала, что что-то плохое случится. А еще у нас пациентка умерла. Егорова Татьяна Ивановна. Которую Славик оперировать отказался. Еще чайку? Андрей? Что? Андрей, ты чего? Что? Ты же вроде за чаем шел. О, Настя, что ты здесь делаешь? Ладно, я шучу, просто подумал, какой чай. Тебе же через пару часов на работу. А, да. Настя, запиши мне на МРТ. Упал с мотоцикла. Доставила полиция. Кто-то сообщил о ДТП. Больно. Реж, что произошло? Сам не понял. Видать, на камни наскочил. Нечего было пьяным гонять и к девушкам цепляться. А вы что, знакомы? Да, познакомились вчера в темном переулке. Ладно, а лично позже. Что было дальше? Рассказывай. Ну, ехал, потом упал. Доктор, в боку очень болит и дышать тяжело. Все, тихо. Когда это произошло? Сколько прошло времени? Не знаю. Ночью. Как ты жив-то до сих пор? В операционную его, срочно! Готовь набор для постановки плеврального дренажа. Анестезиологов предупреди, что возможно проведение интубации. У пациента пневмоторакс. Поняла. Женщина, вы куда? А я многодетная, мне по закону положено без очереди. Это к детскому врачу тебе положено без очереди, по а закону. Не здесь. Конечно. Совесть имейте. Здесь пожилые люди с утра в очереди ждут. Я уже 3 часа сижу в очереди. А вы, во-первых, мне не тыкайте. А во-вторых, нашли кого совестить. Я вон полгода по кабинетам хожу и ничего толкового мне сказать не могут. А вот случись со мной, что их кто растить будет? Ну, правда, пустите, очень надо. Ну, так надо было сразу нормально попросить. Человечески стебло. Так, тихо. Смотрим на меня. Язык высуньте. Так, давайте-ка его ложим. Что тут происходит? Тихо. Сейчас. Умоченный инсульт. Нужна срочная помощь. Сейчас позову врача.
вызывайте врача. Я многодетная, очередь не против. Что случилось? Вот смотрите, так, мужчина предполагает, что инфекция. Мама ненадолго. Отвечаешь за сестру. Я смотрите, и ни с кем никуда. Проходи. Хорошо. Ермол, следующий. Вы говорить можете? Хорошо, спокойно. Так, ну пульс прощупывается. Давление померим. Узнаешь кого? Ага. Доктор-убийца. Фотомодель зарезал. Да не, не он. Тут большая птица. Что ему тут делать? Мам, а можно я пирожок куплю? На. Угу. Давай быстрее. Спасибо. Приезжай, пожалуйста, побыстрее. Максим, да не нужен ты мне, нас ограбили. Ну что, обошлись без интубации. Воздух выделяется, легкая расправилась. Дышать должно быть легче тебе. Чё-то вдыхать больно. Ну да, такое бывает. Придется потерпеть, герой. Добавлю обезболивающее. Так что не боись, продержишься. Черт. Пульс 120. У тебя мушки перед глазами есть? Воздуха точно хватает? Да, правильно сказали. Мушки белые, да и холодно очень. Закажи гемоглобин пациты. И везем его на МРТ, срочно. У тебя в теле металл есть? Какой металл? Протезы, кардиостимуляторы, пули, отвертки. Не было. Будешь к моей медсестре приставать, появится. Ага. Понял меня? Надо было столько времени пролежать в этой трубе, чтобы услышать от вас, никаких патологий не обнаружено. Женщина, радоваться надо, что у вас все в порядке. Да чему радоваться-то? У меня ноги, как у слонихи, отекают. Я еле хожу. Ну, так вы бы к терапевту с этим обратились. Хм, можно подумать, я не обращалась. Пошли. Мама, Ермол. Кирилл, не спим. Проходите. Нужно срочно сделать МРТ. Придется подождать. Я посмотрела, у меня тоже недостача. 6 бутылок водки не хватает. Паразиты. Давай сходим в полицию, напишем заявление. Да ну их. Пусти козла в огород. Везде свой нос будут совать. Ты извини, но у меня одна коробка, это месячная зарплата. Я не могу так это оставить. Папочка! Тебе и надо идти писать. Привет. Они, наверное, вообще еще не успели ничего продать. Привет. Ну что, пропало? Лекарства ваши пропали, что? Пап, а пойдем гулять? Нет, Тай, мы сейчас едем в отделение. А, Тась, Тась, подожди, сейчас мы с мамой поговорим. Не надо никуда ехать. Ты в своем уме? Вот опять. Я сказала, я все решу. А, ну ты много говоришь. Что ты начинаешь? Оформи продажу и все. Да? А деньги в кассу ты из своих положишь или мне ты предлагаешь? Ты меня не слышишь? Я тебя очень хорошо слышу. Ты товар привез, сдал мне, а недостача со мной. Так, короче, в полицию ходить не надо. Я все решу. Да, конечно, решал. Решай. Пап, ну пойдем. Давай завтра, солнышко. Надо мамины проблемы решить. Мамины проблемы? Мамины! Тай, я забыла, у меня же тут две конфетки как раз было в кармашке. Смотри-ка, вот это вот очень вкусное, держи. Не хочу, я хочу с папой гулять. Понимаю. Ваш диагноз подтвердился. Ишемический инсульт теменной области, но небольшой. Ермолов, проходите. Ну, нормально, а? Ну что, собственно, будем искать? Главное, я талончик, а сами... Не знаю. Была авария с травмой головы. Сейчас беспокоят эпизоды потери памяти с элементами ретроградной амнезии. Ого, и как часто? Не часто.
но достаточно, чтобы беспокоиться. Хорошо, тогда начнем с обзорного сканирования. Если что-то будет, я скажу. И выберем специализированный режим. Тогда поставлю катушку для головы. Да, знакомые лица. У нас экстренный случай. Острое кровотечение по торакальному дренажу. Почему не рентген или КТ, они быстрее? Поступил после ДТП с пневмотораксом. Дренаж ставил я. Без осложнений. Да и крови сначала не было, а потом пошла и много. Сколько? Грамм 150 натекло, и это за 15 минут. Много. Да, КТ, конечно, кости покажет. Но расположение дренажа к мягким тканям легкого и сердца вряд ли. А мне надо мягкие ткани, средостение посмотреть. Оригинально. Но в ваших словах есть логика. Давайте. Давайте. Раз, два, три. Вот это да, вы были правы. КТ бы этого не разглядел. Смотрите. Оскольчатый перелом 9-го ребра справа. Длинный фрагмент острым концом упирается прямо в перикард. Да не просто упирается, а протыкает правый желудочек сердца. Легкая не задета, это хорошо, минус одна проблема, но, Вячеслав Григорьевич, нужно готовить операционно. Ждать тут нечего. Андрей Аркадьевич, можно вас? В чем дело, Вячеслав Григорьевич? Сомневаетесь в своих силах? Не все так страшно. Смотри, стернотомия даст полноценный доступ. Затем перикардиотомия и ревизия миокарда на предмет дефекта. Если коронарная артерия не задета, то на прослойке ушьешь дефект. Удалишь фрагмент кости и все. Дренажи, послойное ушивание грудины. А если задета правая коронарная артерия? Что тогда, шунтирование? А у нас и айка нет. И перфузиолога по штату не положено. Вы представляете, какая шумиха поднимется? Я уже вот прям вижу, как мое имя получат в облминздраве. Все припомнят. Ну, во-первых, судя по данным ЭКГ с коронарами, все вроде спокойно. Если бы она была задета, он бы давно уже умер от отека легких. А во-вторых, это же операция по жизненным показаниям. С таким ранением он до утра весь вытечет. Кто вас осудит? Да много тут таких. У меня был такой случай. Взял по жизненным показаниям, потерял на столе, а потом в прокуратуру полгода как на работу ходил. Вячеслав, ты понимаешь, он не транспортабелен. Если будешь перевозить, может сместиться костный фрагмент и все, финита ля комедия. Спасти его можешь только ты. Здесь и сейчас. Возьмешься за операцию? Я с Маратом не договорюсь. Всю ответственность возьму на себя. Ну, готовить операционную. Давай. Только кровь закажи, пару пакетов и плазму. Буду через 5 минут, нужно голову проветрить. Машуль, позвонили, попросили первую операционную подготовить. Хорошо, Светочка. Здравствуйте, Антон. Привет, коллега. Как ваши успехи? Погружаюсь в рэп-культуру. Тексты, конечно, тупые, но зато столько отсылок к Бродскому ахнешь. А еще Маяковский — это чистый рэп. Послушайте. Что со мной сегодня? Сплю я, что ли? Ощупал себя, такой же, как был. Лицо такое, к какому привык. Тронул губу, а у меня из-под губы клык. Круто. Я, правда, в рэпе полный профан, но звучит круто. Здрасте. Можно Антон на секунду украду? Извините, мне тоже нужно работать. Да, конечно. До встречи. Круто! Зажим Кохера. Вячеслав Григорьевич, держите перикард. Еще? Мы
Момент истины по поводу правой коронарной. Скальпель. Готовы вскрывать перикард. Как у нас гемодинамика? Давление 110 на 70. В принципе, нормально, может начинать. Перикардиотомия, Вячеслав Григорьевич. Артерия не задета, но дырка большая. До утра вытек бы. Повезло. Хирургическое везение, Вячеслав Григорьевич. Прежде всего, адекватный прогноз всех неблагоприятных осложнений. Настя, пролен 2.0 на тефлоновой прокладке. Будем ушивать миокард. Что с вами? Вам плохо? Вячеслав Григорьевич, замените меня. Звезды столичные. Ладно, Слава, давай, ты можешь. Настя! Ладно. С Богом. Вам помочь? Антон, ничего не говори, ладно. Не мое дело, конечно, но... У меня на отбор шинтур не пустят. Здоровье же важнее. Может, мы хоть скорую возьмем? Не надо никого вызывать. Не впервые сейчас пройдет. Ты беременна? Типун тебя на язык. Ну, ты хоть знаешь, что с тобой? Желудок посадил из-за сухомятки, наверное. Слушай, я знаю, к кому мы можем обратиться. Не надо ни к кому обращаться. Почему? Это суперврач. Он не местный, он никому не расскажет. Точно? Точно. Пойдем. Что это было? Вы о чем? А Ермолов? Не знаю. Дурак. Должен был сразу догадаться, что он нездоров. Коллега, чтобы никого не подставлять, операцию полностью провел я. Угу. Все, ну что ж, операция прошла успешно, пациент спасен. Всем спасибо. Настя, есть минутка? Что-то срочно? Да нет, хотел в ординаторскую на символическое чаепитие пригласить. Заодно расскажете, чем вам этот парень насолил. Ну, которого оперировали сейчас. У меня конфеты есть. Вячеслав, не сейчас, мне надо идти. Мне, пожалуйста, талончик на МРТ. Если я правильно понимаю, на сегодня записи нет. И на завтра, и на послезавтра нет. Попросите Настю, пусть она с рентгенологом договорится. Я же ей уже объясняла, когда она талончик для вас брала, так будет проще, чем я буду очередь раздвигать. Да не надо ничего раздвигать. Посмотрите, пожалуйста, на ближайшее время. А, вам крупно повезло. Освободилось место на послезавтра. Видимо, кто-то не дождался своей очереди. Андрей Аркадьевич, добрый день. Здравствуйте. Вы Виталию проведать? И это тоже, и на снимок записаться. Даже так? Угу. Что врач сказал? Какой? Который вас на МРТ отправил. Так вы же и отправили. Андрей Аркадьевич. Прежде всего сходите на осмотр и сделайте снимок шеи. Или не надо уже? Передумали. Надо. Надо. Простите.
Вот, пожалуйста, результат анализа крови Старикова Всеволода Игоревича. Я Вячеслав Григорьевич, не судмедэксперт. Вы мне просто скажите, алкоголь в крови есть? И какая концентрация? 0,8. Допустим. А наркота? Не обнаружено. Ну, а иные вещества подручные для балдежа? Это есть. Угу. Ну, тогда рассказывайте, что и как действует. Конфеткой угощусь? Да. Ты же видел, ты знал. Какого хрена мне не сказал Серега? Слушай, не преувеличивай, пожалуйста. Я надеялся, что твои кратковременные провалы в памяти скоро пройдут. А что, новые симптомы проявились? Дезориентация в пространстве. Смотри, что получается. Сначала сильный стресс на работе. Потом сотрясение в результате аварии. Затем избили, опять же, по голове прилетело. Я даже не знаю, от какого момента плясать. Давай без плясок. Я сейчас за тобой заеду, и ты пройдешь обследование. Светиться в Питере в таком состоянии, как говорит мой местный кореш, не камильфо. Нет, я лучше сам разберусь со своим диагнозом подальше от людей. Ну, может быть, ты и прав. До связи, Андрюш. О! Здорово, док! Привет. Тебя что, выписали? Ага, кислятина. Здоров, как этот бык. Прости, производитель. Что не так? Ну, говори. Дай. Сядь, сядь, ёжики-ножки, сядь. В общем, слушай, я, ну, по случаю своего выздоровления, решил Люську на праздничный променад пригласить. Ну, Люсеньку мою. Приголубить ее там, это, пожалеть. Потом подумал, а что, если моя, ну, проблемка опять нарисуется? Виталь. Ну, Виталь, ну, ты отвлекись, займи себя чем-нибудь. Подожди, я же думал, проблемку решать надо. Ну да. Так вот и решай. Только спокойно, постепенно. И решение само и созреет. Ты сейчас о чем, док? Вон к Аглае сходи. Воды наноси, дров наколи. Так ты же мне сам эти нагрузки забраковал. Ну, ты сразу-то все не кали. А умеренная нагрузка. То есть оно вот как-то, ну, как-нибудь оно и... Ты не представляешь, сколько врачей меня осматривало. В каких только клиниках я не была. Рак и точка. А Ермолов, он не такой пафосный мажор, каким кажется. Это твой суперврач Ермолов. Его не Андрей зовут? Да. Он в том доме живет? Да. Я к нему не пойду. Почему? Пусть хоть это останется моим маленьким секретом. Не важно, что было. Главное, что будет. Представь, если тебя прямо перед выходом на сцену скрутят. Ты об этом подумала? Ну что, сдулся бездельник. Матвеевна, тебе бы диверсантом служить. Чего ты подкрадываешься? Да. Ну-ка, ну, еще, еще. О, плохой из тебя, Раскольников. Молчу. Твоя правда, бабка. Сдал я по здоровью, сильно сдал. А на что оно тебе?
Говорят, что водку теперь пить не будешь, а без водки, ну так, помаленечку, потихонечку. Вот весел тебе, да? На чужим горем глумиться. А ежели я жениться хочу, а силов нет? По-моему, жить надо. Ой, и ты тоже в ту же степь, а? Вон один насоветовал уже. Все само как-нибудь решится. А как оно решится? Правильно, решится, ежели жить по уму. Да как? Как-как? А ну-ка, подожди, Тимофеевна. Принцесса и бонжур. Куда направляетесь? Привет. Ермолу, что ли? Да. Че, прям сразу две на одного? Понятно, че он меня выпроводил. Я же говорила, вся округа будет знать. Ну и что, ну и ладно. Идите, девоньки, идите. Виталик женатый почти. Пока. Фу. Угу. Еще. Очко. Проиграл, беги за пивом. Ладно. Ой, здрасте, гражданин начальник. А вам чего? Мы тут сидим, в карты играем. Или что же, запрещено? Колесами где разжились? Хорошо. Для улучшения взаимопонимания уточню вопрос. Где Стариков? Всеволод Игоревич, раздобыл лекарственные средства с седативным и миорелаксирующим действиями, вызывающими эйфорию. В аптеке купил. Рецептурный препарат. Да? Рецепт где-то намутил. Ну, допустим. Сюда иди. Эти коробки где взяли? В аптеке. Тоже по рецепту купили? Не совсем. Когда ломанули? Вчера. Где? У нас на районе. Рядом с магазином продуктовым. Здравствуйте, Андрей. Если я правильно понимаю, представлять вас не нужно. Тихо, тихо, тихо. Тише, тише, все хорошо. Помоги раздеть. О, сейчас. На кровать. Так. Все, все хорошо, все, держись, держись. Кожа бледная. Ихтеричный склер. Бледноватый, но не желтушный. Субфибрильная температура 37-37,7. Рот. Язык желтый, с налетом, без розоватых пятен. Где болит? Живот. Тихо. Что с ним? Скорее всего, острый панкреатит. Вызывай скорую и присмотри за ней. Хорошо. Все хорошо. Молодец. Сейчас я вызову скорую. Все хорошо. Держись. Каждый раз, как уходить из дома будешь, ты свою жену приласкай и скажи, что ты скучать будешь. Только не обманывай тогда. Понял? Док, ты куда? В аптеку. Я никогда ничего не продавала без рецепта. Хорошо. А номенклатура по списку соответствует тому, что выставлено на прилавках? Конечно. Контрикол, траксилол, гордекс, что есть? Много гордекс, кажется. Побыстрее, пожалуйста. Речь о жизни человека. А что еще? Система и физраствор. Спасибо.
Андрей! А вот все вышеперечисленное гражданина можно было отпускать без рецепта и без чека? Мам, ну что ты? Все хорошо, Зай. Сушила себя мочегонными. Да. И голодом морила. Зачем тебе? Ты и так красивая. Для танцев сушилась. У меня отборочный тур скоро. Тебе сейчас не о танцах нужно думать, а о том, как бы живой остаться. Ты же суперврач. Вылечи. Оля, не до шуток. Очень вероятно, что ты угробила свое здоровье так, что никакой суперврач тебе не поможет. И ради чего? У тебя есть мечта? А почему, узнав о недостаче, вы не заявили об ограблении? Что ж, тогда продолжим разговор в отделе. Я никуда не поеду, у меня ребенок. Мам. Все хорошо, зайка. Я не заявила, потому что об этом меня попросил мой бывший муж. Он сказал, что сам со всем разберется. А он имеет отношение к вашему бизнесу? Да, он поставляет мне лекарства. Хорошо. Тогда составим протокол о недостаче. Протокол? Вы не переживайте. Если подтвердится ограбление, составлю другой. Пациентка 20 лет. На фоне сушки фуросемидом в состоянии острейшего панкреатита. Я поставил гибитопротеаз. Надо брать ферменты, делать УЗИ. Давление? 100/60. Так что вот. Представляешь, нет, ты как всегда. Я просто обалдела. Андрей. О, что случилось в операционной? Пустяки. Ну, может, и пустяки. Но раз ты здесь, пройди МРТ. Без очереди? Блат никто не отменял. Угу. А если бы вы с Лизой в той очереди сидели? Послушай, ну, врач должен тратить свое время на помощь людям, а не на сидение в очереди. Ну, пожалуйста. Вячеслав Григорьевич. Вы ничего не хотите мне сказать? Настучали уже. Я была врач этой больницы, я обязана знать, что здесь происходит. Это подсудное дело, Слав, как ты мог? Мы человека спасали. Это похвально, но это не освободит нас от ответственности, если вдруг что. Подожди. Мне сказали, что ты сам операцию провел. Я представляю, чего для тебя это стоило. Горжусь тобой. Но если ты вдруг что отчебучишь за моей спиной, я тебе устрою. Ты зачем протокол подписала? Так участковый сказал, что… Ты дура?
дура? Ты же своей собственной рукой себе приговор подписала. А что мне было делать? У меня недостача. Так, я тебе завтра бы привез партию, ты бы сказала, ой, извините, я другое место поставила. Забыла. Так, стоп, Максим. Почему изначально было нельзя пойти в полицию? Максим? Ну, потому что с сертификатами лажа. Что? Я что, торговала липовыми лекарствами? Нет-нет-нет, с лекарствами все в порядке. Я их на заводе купил. Просто чуть-чуть мимо кассы. И с сертификатами пришлось схимичить. Короче, вляпались мы по твоей милости. Знаешь что, дорогой? Завтра же ты пойдешь в полицию и скажешь, что я в твоих махинациях не участвовал. Ты меня понял? Ты понял меня? Понял, понял. Ермолов действительно такой крутой, распрекрасный. Да, он хороший. Врач. Значит, мне хана. Ну, Гена Вольфович, что там? Говори как есть, я пойму. Мы коллеги. Андрей Аркадьевич, я сам не знаю, что это. Вот посмотрите. В правой лобной доле на границе серого и белого вещества есть образование. Если опухоль, то скорее злокачество. Судя по размытой форме ее стенок, это метастаз. Что еще хуже? Андрей Аркадьевич, да подождите, без МРТ с контрастом или ПЭТ – это все только домыслы. С контрастом можем сделать? Если бы. Я уже полгода бьюсь с администрацией, чтобы выдали мне инжектор для ее проведения. Спонсоры нам подарили, а в эксплуатацию мы его так и не ввели. То есть, Гена Вольфович, получается, вы всем размытые диагнозы ставите? Ну… Получается так. Врач сказал. Это твое МРТ? Ого. Гена Вольфович не хранит врачебную тайну. Это правда злокачественная опухоль? Что ты собираешься делать? Поеду в Питер проверить. Здесь не делают МРТ с контрастом. Вот так всегда. Любой вопрос, езжай в Питер, в Москву. А здесь людям как? Без контраста сойдет? Задай этот вопрос руководству больницы. Слушай, ты же сам можешь настроить МРТ. И себе правильный диагноз поставишь. И людям поможешь. Настя, с чего ты вообще взяла, что я должен решать проблемы других людей? Хватит делать из меня героя. Я не такой, пойми ты уже наконец. Чего ты со мной возишься? Тебе самой не надоело каждого встречного спасать?
Ну что, сестренка, личную жизнь устраиваешь? Неужели все так плохо? Настя! 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 Я на самом деле с тобой хотела поговорить. Короче, не обращай внимания на мои эти шуточки. Ты замечательная, ты очень хорошая. Но мне надо в себе разобраться. И я не хочу, чтобы ты на меня обижалась. Прости, пожалуйста. Настя. Хорошо, я поняла. Ты вообще слышала, что я сказала? Да. Живи ты как хочешь. Июля. Похоже, моя болезнь неизлечима. Поскольку провалы памяти стали учащаться, я начинаю вести дневник. Страшно ли мне? Скорее, невыносимо. Когда умру, все будут считать меня врачом-убийцей. Ничего с этим сделать невозможно. Почему папа не пришел? Ты же сказала, он приедет. Ну, у него много работы. Ты всегда так говоришь. Потому что это правда. Он зарабатывает денежки, чтобы тебе купить подарок. Подарок? Угу. А какой? Это сюрприз. Мам, привет. 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 Можешь с Таей побыть? Я скоро. А ты куда?
Я хочу сходить посоветоваться с одним человеком. Он диагност, очень известный, из Питера. У него там связи какие-то есть. Тут диагност не нужен. Ты что, своего бывшего не знаешь? Пойди погуляй. Угу. Он всех подкупит, а ты сядешь. Давай, иди и пиши заявление на своего драгоценного Максима. Мам. Ноги в руки и в полицию. Мам, я тебя прошу. Пожалуйста, побудь с ней немного. Но не могу ее в участок тащить. Да не могу я. У меня через 5 минут экскурсия. Ну хотя бы раз. Знаешь что? Моя работа в твоих интересах. Если, не дай бог, тебя посадят, мы на что будем жить стоять? На мою пенсию? А так хоть какая-никакая зарплата. Все, пока. Спасибо. Пожалуйста. Дай! Это ты тут шумишь? Дышу. Дышишь. А это что за машина? Как паровоз тарахтит, тарахтит. Небулайзер. Небулайзер. Дышать помогает. Дышать? А тебе что, помощь нужна? Ты ж вчера сама дышала. А сегодня что, стряслось что-нибудь? Нет, бабуля, я всегда так. Вот чудная. Дышать надо на дворе чистым воздухом. А ну-ка давай сейчас мыться. Рукомойник там знаешь где? Около баньки. А после в огород. Полоть. А завтрак? А завтрак надо было самой сделать. Ну что, проспала завтрак, королевишна? Вот чудная девчонка. Сидит, дышит. А завтрак себе не приготовила. Врач вашей дочери. Простите, если не вовремя. У вас есть возможность поговорить? Говорите. Вы простите меня. То, как я себя вел во время нашей встречи и вообще весь этот разговор, с моей стороны это было бесчеловечно. Непозволительное хамство. У вас все? Примите мои глубочайшие соболезнования. Мне правда очень жаль. Кто звонил? Ермолов. Раскаяться решил. Передавал свои соболезнования. Сегодня приедет? Не знаю. Мам, смотри, папина машина. Папа! А мне сегодня приснился мой подарок. Знаешь, какой? Привет, моя золотая. Давай потом. А ну стоять. В глаза мне смотри. На меня все свалил, так? Тебе ничего не будет. У тебя ребенок. Пап, да я же и твой ребенок тоже. Да.
Ну, то есть вы хотите сказать, что во всем виноват гражданин Баранов? Да, нет, ограбление-то не он. Но до ограбления мы еще дойдем. А сейчас давайте обсудим контрафактную продукцию. Я ничего не знала. А мне кажется, вы просто себя выгораживаете. Нет, правда, правда меня обманули. Кто? Гражданин Баранкин? Ваш бывший муж? С которым у вас совместный бизнес? А вот гражданин Баранкин, кстати, за вас переживает. Да. Вот, попросил меня найти, так сказать, мирный способ досудебного урегулирования. Но... Вы же знаете мою выручку. Я правда не виновата. Ну, это все с ваших слов. А вот гражданин Баранкин утверждает, что вполне могли инсценировать ограбление, чтобы скрыть нарушение. Между прочим, у меня есть протокол о недостаче, подписанный вами лично. Послушайте, давайте, может быть, мы как-то по-другому решим этот вопрос. У меня есть связь в медицине. Я знаю хороших врачей. Лекарства могу достать, любые. Слава богу. У меня никто не болеет. Распишитесь. Да что ж ты делаешь, Широк? Жениться буду, мать. Наконец, сыночек. А для этого нужно что? Цветы подарить. Публично признаться в своих чувствах. Это как? Предложение руки и сердца с одновременным преподнесением цветов. Вот такая диспозиция, мать. Так. И ты этот веник дарить собрался? Давай я. Нормальные цветы. Все уже стебли обломал. Тащи нож. А, нож? Так нож есть у меня. О, давай. Спасибо. Кому цветы-то? Люсеньке, даме сердца моего. Кому? Люське? Из продмага? Это вертихвостки? Мои любимые цветочки? Совсем сдурел. Да не вертихвостки, Люське. Алла. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то случилось с Таисией? Нет, с ней все в порядке. Проблема у меня, и мне очень неудобно к вам обращаться. Проходите, рассказывайте. Не в огороде, так значит, делом занята. Да, я к занятию в Доме культуры готовлюсь. О, это, конечно, дело. А как же? Ой, молодежь, не хочет трудиться. Как дальше жить-то будешь? Интеллектуальным трудом. А в огороде-то им не прополоть. И не надо. Да? 21 век уже. Про искусственный интеллект слышали? Не, не слыхала. А ну-ка, вразуми старуху. Ух ты! А интеллект – это вот робот такой, да? Ну, типа того. Сам копает, сам поливает. Все за человека делает. Да ты что? Он что, за тебя дышит? За тебя переживает? Работает? Угу. А детишки как же? Интеллект родить ведь не сможет. Скоро сможем. Да ты что? Мы же вообще о другом разговариваем. Не, об одном, девка, об одном. Сама все должна делать. Все самой надо. Дышать надо, смотреть надо, работать самой надо.
помирать станешь. Ах, а сама ты ничего не делала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Серьезная сумма. Я некрасивая. Вы извините, что я вас побеспокоила. Нет, нет. Вы не так меня поняли. А это что такое? Я вам одолжу, просто это не решение проблемы. Почему? Таким людям всегда будет мало. Гаврилин может продолжить свое вымогательство. Ну, например, натравить на вас Росздравнадзор с проверками. Вы уверены, что сертификаты на другие медикаменты, которые поставил ваш супруг, в порядке? Я вообще ни в чем не уверена. Но делать-то что-то надо. Я бы на вашем месте нанял хорошего адвоката и обратился в службу собственной безопасности полиции. Хорошо, я подумаю. Спасибо. Тая, пойдем? Я провожу вас. Вы не против? Мне в больницу надо. Мам, что? А мы сюда еще раз вернемся? Мне просто понравилось у дяди Андрея. Может быть. До Нового года еще далеко вроде. А я по жизни Дед Мороз. А чё без бороды? Еще что за вопросы? Интересуют ответы. Лучшие ответы – это добрые советы. Привет. И... О чем спор? Что не поделили? Да так, Людмила Анатольевна, языками чешу. Ага. Это вам. Благодарю. А это твое? Мое. Вот. Вместо цветов. Это у нас так. Некоторые среди лета с головой не дружат. Mm-hmm. Слышь, ты. Так, Ша. Значит так, вешать вместе будете. Вдоль крыши, вокруг окон. Через полчаса я проверю. Mm-hmm. Понял? Молоток, гвозди есть? Чё стоите? Начинайте. В машине иди возьми ежики ножки. Андрей Аркадьевич, я все прекрасно понимаю, что МРТ с контрастом – это более информативный метод диагностики. И он нам, безусловно, необходим. Но нам нужно ввести в эксплуатацию дорогостоящий прибор. А сделать это может только инженер производителя, чтобы сохранить гарантии. Как я это все обосную перед министерством? Тамара Маратовна, о какой гарантии вы говорите, если она через полгода уже закончится? Ну вот как закончится, тогда и вводите в эксплуатацию. Мы не будем нести тогда никакой ответственности. Кстати, об ответственности. Вы представляете, какое количество пациентов получили и продолжают получать недостоверные диагнозы? Рано или поздно ситуация с тем, что у вас был инжектор, а вы его не использовали, всплывет. Сомневаюсь, что для вас это обойдется простым выговором. А вы меня что пугаете? Введение в человека контраста – это очень сложная манипуляция. А если что-то случится с пациентом? Я не знаю, если у него почки отвалятся. Я созвонился со своей коллегой, ведущим МРТ-специалистом Петербурга. Она обещала помочь настроить систему и обучить Геннадия Вольфовича. На мне откатаем методику, чтобы вы были спокойны за почки. Вы закроете глаза на то, что мы не инженеры-производители, а мы качественно поднимем уровень диагностики вашего учреждения. Идет? Ох, Андрей Аркадьевич. Хорошо. Берите инжектор. Но только, пожалуйста, не забудьте отчитаться о результатах. Дом культуры «Строитель» приглашает. Литературный квест «Пушкин и рэп». Цикл поэтическо-экзистенциальных погружений в подсознание рока и рэпа. Каждую среду. Ваш проводник Елизавета Савельева. Андрей?
Настя, привет. Привет. А что вы делаете? Мы с Геной МРТ настраиваем. Все, как ты хотела. Может, ты поможешь? Тамара Маратовна дала добро. Да, конечно. Флоу у каждого рэпера уникален и меняется от трека к треку. Некоторые рэперы делают свои композиции математически точными. Некоторые рэперы делают свои композиции математически точными. Некоторые... Это некрасиво подслушивать. Извини. Нервничаешь? Мягко говоря. Все забываю, все путается в голове, каша. Есть скрепка? Да. Давай. Так, держи. Когда начнешь волноваться, крепко сжимаю в кулаке. Вот так. И что, это поможет? Увидишь. Извини. Оля отменила занятие. В общем, не переживай, все будет хорошо. Извини, мне надо идти. Все, удачи. Спасибо. Выбирайте строку аналог. Есть. Дальше стоит тест инжектора. Инжектор физраствором заполнили? Настя, ты заполнила? Да, воздух выгоняю, как Геннадий Вольфович говорил. Нажимайте кнопку «Тест», это и завершит протокол инициации. Ура! Инжектор инициировался. Спасибо вам безмерно, Виолетта Витальевна. Благодарите Андрея Аркадьевича. Да, Геннадий, перешлите мне данные контрастного исследования Андрея. Я у себя на режим их погоняю. Хорошо, обязательно перешлю. Ну, в случае чего, я на связи, Андрей. Удачи. Спасибо, Виолетта Витальевна. До свидания. До свидания. Настя, заправляй контраст и смотри, чтобы без пузырьков. Ну что, Андрей Аркадьевич, занимайте ложе. Главное, чтобы оно было не прокрустовым. Да ты пей, что я зря старалась, что ли? Ой, не знаю, Алка. А с другой стороны, адвокат-то тоже кровушки попьет. Деньги тянуть будет. А участковый разозлится. Рыть начнет. А если рыть начнет, так до конца жизни не остановится. Я не знаю, Алла. Не знаю, как ни крути, одно и то же. Алла, слушай. Может, ты Максима разжалобишь? Он же к тебе неровно дышит. Не. Я лучше в тюрьму. Ой. Сейчас аппарат даст команду ввести контраст. Контраст пошел. Андрей Аркадьевич, сейчас легкое тепло можете чувствовать. О, смотрите, фаза накопления началась. Вот, пошел контраст. Пошло сканирование. С вероятностью 96% мы можем сказать, что у пациента Ермолова не онкология. Андрей, это не опухоль! Настя, вот микрофон, он так все равно не услышит. Подождите, а почему на 96, а не на все 100? Ну, на все 100, может быть, Виолетта Витальевна ответит, а у нас пока Д-режимов нет, увы. Но, возможно, скоро будут, так, Тамара Маратовна? Что вы себе позволяете, Геннадий Вольфович? Андрей, твоя онкология не подтвердилась. Что ж, одной проблемой меньше. Что значит одной проблемой меньше? То, что мне предстоит разбираться дальше. Ты что, даже не рад? Рад, очень. Мы справились.
Теперь здесь есть контрастное МРТ, значит, можно ставить более точные диагнозы. Слушай, Настя, у меня к тебе одна просьба будет. Да, конечно. Вчера в очереди женщина сидела, она еще на отекшие ноги жаловалась. Это симптом. Ей нужно обязательно пройти повторное обследование. Ты можешь с ней связаться? Хорошо, я ей обязательно позвоню. Как ваш больной, которого после аварии доставили? Норм. На поправку идет, думаю, на следующей неделе выписать. Ну, это все спасибо Ермолову. Выручил. Сегодня он ввел в работу инжектор для контрастного МРТ. Геннадий Вольфович просто кричал от радости. Какой молодец ваш Ермолов. Как думаешь, Андрей согласится к нам на постоянную работу? В смысле? А что? Я его не хирургом зову. Врач он хороший, кандидат медицинских наук. У нас вон терапевтов не хватает, а он диагност хороший. Но тем более он здесь застрял. Ну что, думаешь, согласится наше светило? Без понятия. Я тоже не знаю. Думаю, Анастасию попросить с ним поговорить. У них вроде бы особые отношения. И она очень заинтересована в том, чтобы он здесь остался. Зачем вы мне это говорите все? Советуюсь. Свой тон при себе оставь. Я не виновата, что Савельева за ним как собачонка бегает. И вы, Вячеслав Григорьевич, если бы обратили внимание, то заметили, что я всегда на вашей стороне. Извините, я это ценю. Правильно делаете. По вашей просьбе я устроила Савельеву старшей медсестрой. До свидания. Гораздо лучше стало. Неделю назад еще так. Свежий воздух. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Мы принимаем ваши соболезнования. Нам было важно знать, что вы относитесь к Марии как к человеку. Скажите, вы по-прежнему считаете, что не виноваты? Я уверен, что проведенная мной бронхоскопия не могла вызвать летальный исход. Если так, то от чего она скончалась? Я не знаю. Но очень хочу разобраться. Слушай, ну когда мы не помогаем, ну давай! Ну отдай, ну достань. Пожалуйста! Ну это мой мяч, пожалуйста! Да, Дима, давай. Кирилл! Ну-ка прекратили там! Мам, я кому сказала там? Даю. Прекратили эту возню! Папа сейчас придет, покажет вам! Нет, так, мальчики, ну-ка. Я кому сказала? Стоять, бояться! Дай. Работает привет, полиция! Пап. Кто тут мамку не слушает? Мяч не отдаю. Вы чего опять? Давайте игрушки собирайте и домой. Ага. Привет. Привет. Привет, мой сладкий. Кислые ягодки, что ли? Привет, любимая. Привет. Слушай, завтра посидишь с детьми? Так я на службе вроде. А что случилось? Ну ладно, я Васильевну попрошу. Случилось-то что? Да из больницы звонили, просили на дообследование прийти. Зачем? Не знаю. Так, пойдем-ка умоемся, зайчик. У тебя что, нормально было? Ну, ты меня спрашиваешь. Позвонили, попросили прийти. Все у них через одно место. Ну, будут меня опять, наверное, в эту трубу запихивать. Ну, так может, не надо тогда? Не, ну бесплатно, а что, я схожу. Так, стой здесь, зайка. Сейчас я. Коля! Коля! Альбинушка! Милая, что случилось? Лиза? Пришла вас навестить. А то вы совсем про меня забыли. Да нет, почему же? Вот как раз сейчас изучаю твой курс лечения. Ношу коррективы. Назначу тебе новый препарат и рецепт Насте передам. Спасибо. Но вы не знаете главного. Я теперь ваша соседка. Живу у Аглаи Тимофеевны. Съехала от сестры, живу отдельно. Вот как. Серьезный шаг. Да.
И теперь все, что касается меня и моего здоровья, сообщайте лично мне. Договорились. У меня лекция завтра. Придете? Для меня это очень важно. Обещаете? Хорошо, приду. Люсечка, милая, побудь, пожалуйста, стая, я к адвокату записалась. Аллочка, я не могу. У меня с Виталиком свиданница. Люсь, ну у тебя то с Виталиком, то не с Виталиком. Но каждый день свиданница. Ну, он сказал вопрос смысла и счастья. Люсь, ну, пожалуйста, я не знаю, сколько я там проведу времени. Ну, пожалей ты ребенка. Ты видела объявление? Отведи ее в клуб. Про рэп? Ну да. А чем тебе рэп-то не угодил? Тай, ты музыку любишь? Да. Вот. Быстрее сюда, здесь. Что случилось? Были дома, ей резко плохо стало. Операционную. Так, давайте. Вызовите хирурга в реанимацию. Так, а кто у вас МРТ делает? Почему не дообследовали? Фамилию врача назовите мне. Фамилию врача назовите мне, пожалуйста. Вы мешаете мне работать. Ну ничего, я вам устрою. Каждая ошибка имеет фамилию, имя, отчество. И уголовную статью. Поступила в состояние острой дыхательной недостаточности. Давление низкое, но стабильное. Подключили инфузии и тоники. Сейчас ждем УЗИ и рентген. Что случилось? Сердце застучало. А потом резко плохо стало, задыхаться начала. Хорошо, что муж вас быстро привез. А в больницу с чем обратилась? Ее Ермолов вызвал на доп. Обследование. Надо ему сообщить. Ей надо контрастное МРТ пройти. Настя, давайте я буду решать. Тук-тук. Ну, как вам мое культурно-массовое мероприятие? Ну, не густо. Почему же? Вон сколько молодежи пришло. Пенсионеры тут. Вот Ермолов на первом ряду сидит. Может, мы слишком рано время назначили? Так, не переживай, будет у тебя аудитория. Сменим тактику. Я приглашу музыкальную группу, а дальше сарафанное радио, и все будет хорошо. Свежо предание. Послушай, а ты Олю так и не видела? В больнице она. Как в больнице? Давно? Позавчера положили. Подожди, ты все знала и ничего мне не сказала? А я тут распинаюсь. Лиза, ты что, не понимаешь? Я переживаю за нее. У нас пациентка с тромбоэмболией. Давление в легочной 50. Контрастное сканирование сделаем? Завози, завози. Да, входите. Здравствуйте. А здесь лекция про рэп? Да, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Как тебя зовут? Таисия. А вас? Елизавета Валерьевна. Ну, проходите, садитесь, будем начинать. Извините, я не могу, мне нужно отойти. А вот Тая с удовольствием послушает, правда? Да. Я очень хочу послушать лекцию про рэп. Я скоро. Это мне очень нравится. Да, конечно. Хорошо. Ну что, будем с тобой начинать? Угу. Без контраста я не мог его увидеть. Ну, для этого его и подключили. Она без операции никак. Декомпенсируется в течение суток. Вячеслав Григорьевич, возьметесь? По-хорошему, такие операции надо проводить в кардиохирургическом стационаре, где есть аппарат искусственного кровообращения. Но она же не транспортабельна. Так, доктора, послушайте теперь меня. Сейчас ее муж угрожал мне прокурорской проверкой. А акта ввода инжектора у нас нет.
Поэтому делайте, что хотите, как хотите. Но жизнь конкретно этой пациентки должна быть спасена. Вячеслав Григорьевич, решайтесь. Простите. Привет. Андрей, привет. Я тут заехала в твои крестцы. Ты здесь? Надо поговорить. Запиши адрес. Водников, 87. Нужно выяснить, откуда взялся тромб. Если понадоблюсь, зовите. Вот вы говорили, Ермолов опытный, ответственный врач. А для него личное в приоритете. Анастасия Валерьевна. Вячеслав Григорьевич. Хотел вас поздравить. Вы теперь старшая медсестра. На полной ставке. Спасибо. Давайте отметим. Вячеслав Григорьевич, скажите, а Тамара Маратовна вас назначила оперировать мою супругу? Да. Можно мы немного посекретничаем? А, конечно. Это вам. Скромный гонорар за бесценное здоровье моей супруги. Уберите немедленно. Я за работу зарплату получаю. Но я просто хотел быть уверен, что все будет хорошо. И сделай все от себя зависящее. Я вас понял. Больше не беспокою. Вот смотри, вот здесь пиши 40 плюс 39 в столбик. Угу. Так, теперь 9 и 0. Это равно 9. Угу. 3 плюс 4. 7. Угу. Равно 79. Молодец. Извините, пожалуйста. Я вас сильно задержала. Я просто не могла раньше. Правда, извините. Все хорошо. Что вы? А меня Лиза считать столбик научила. Здорово. То есть это ты все сама? Да. Спасибо вам большое. Пойдем. Вам спасибо. До свидания. Пойдем. Пока-пока. Еще раз извините. Ничего. Давай. Хоть кому-то я сегодня оказалась нужна. Ты фантазер, Виталик? Ну ладно. А так вообще тебе вот, ну, имена какие нравятся? Только давай с мальчишек начнем. Зачем тебе? Ну, думаю, как детишек наших с тобой звать будут. Людмила. Примите предложение и станьте моей любимой женой. Руку там и сердце прими. Я... Виталь, мне подумать надо. Прости. Вернемся в Питер. Я все улажу, обещаю. Начнем заново с чистого листа. Крис, Крис. Крис, я изменился. Можно сказать, за это время я стал другим человеком. Это ничего не изменит. Так не бывает.
Так не может быть. К тому же я… Что? Что случилось? Рассказывай. У меня проблема. Политики колите? Какой вы наблюдательный. Еще раз, вы делали инъекционную липосакцию? Угу. Это опасно? Насколько это серьезно? Андрей, ты меня слышишь? Я с тобой говорю. Это работа Земского? Это принципиально? Скажи, ты зачем приехала? Чтобы ты помог. Тогда будь добра, отвечай на мои вопросы. Да, это работа Земского. Какую процедуру он тебе проводил? Липосакцию шеи. В твоем возрасте, Крис, зачем? Он сказал, если сейчас уколоть, у меня до старости будет гладкая шея. До старости? До старости это не к нему. Моя пациентка Мария Цепина тоже к старости готовилась. А теперь, благодаря Земскому, она в могиле лежит. Не повышай на меня голос. Я знаю, что в ее смерти обвинили тебя, но я тут при чем? Прости. Прости, просто она проходила ту же процедуру Земского, что и ты. Я умру или нет? Андрей, мне нахрена про твоих пациенток? Слушай, ты про меня скажи. Я не понимаю, что со мной. Мне нужно, чтобы эти отеки и синяки поскорее прошли. У меня свадьба скоро. Ты поможешь или нет? Ты выходишь замуж? За кого? Для тебя это имеет значение? Имеет. Земский. Он твой жених? Да. Может быть, он не самый лучший врач, но он хороший человек. Чувствуешь разницу? Мне с ним хорошо. Я для него на первом месте, а ты? Тебе всегда было плевать на меня и на мою жизнь. И даже сейчас. Зря только приехала. Все с тобой будет в порядке, не волнуйся. Тебе повезло. На этот раз он только вену проколол. Бронхи и трахея не задеты. До свадьбы заживет. Ключи от твоей квартиры. Ты только представь, если я получу дополнительное образование по этому, как его, ведению эффективных административных процессов, то я смогу возглавить поликлинику или больницу, или свой медцентр открыть. Лиз, ну что случилось? Давай уедем. Куда? Зачем? Не знаю. На юг. Там свою клинику откроешь. Совсем плохо лекция прошла? Да, но не в этом дело. А в чем? Лиз, ну я не могу уехать. У меня обстоятельства. Ермолов. Я не хочу жизнь с нуля начинать. У меня здесь работа, жилье. Ермолов. Да, и Ермолов. Но Андрей очень много для больницы делает. Ты бы видела. А я видела. Я видела, как к нему жена приезжала. Что? Какая жена? Красивая, молодая, на роскошной машине. Thank you.
Земский, слушай меня внимательно. Если ты еще раз хоть кому-нибудь, хоть когда-нибудь свой укол красоты сделаешь, клянусь, я тебе руки переломаю. Так переломай, что они у тебя больше никогда не срастутся. День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Гаврилин категорически против, чтобы ты оперировал его жену. Интересно, почему? Он узнал про тот случай. И что, у нас теперь родственники пациентов будут больницей руководить? Слав, ты пойми меня. Он просто грозит мне всеми инстанциями. И что теперь делать? Нужно вызывать Ермолова. Это не обсуждается. Я его в операционную не допущу больше. Так, стоп, оперировать будешь ты. Он нам нужен как диагност. У нас Гаврилина просто в критическом состоянии. Ты что, не понимаешь? Здравствуйте. Вы меня искали? Настя, зовите Ермолова. Мы собираем консилиум по Гаврилиной. Помнишь, ты хвасталась своими знакомствами среди врачей? Да. Хирург нужен, срочно, хороший, не из местных. Ну что ты на меня так смотришь? Я тебя по-человечески спрашиваю, у меня жена умирает, а эта главврачиха не пойми, кого назначила. Так Ермолов хороший, он из Питера. Какой Питер? Операция сегодня. Так он живет здесь. Где? В паре домов отсюда, напротив Аглая. Доброе утро. Пили сегодня? Нет. Надо поговорить. Здравствуйте. Привет, красавица. Куда поедем? Вперед. Вот это по-нашему. Садись. Спасибо. Ну, поехали. Ну так что насчет операции? Ведь
Андреевич, Лавр Григорьевич очень хороший хирург. Я видел его в работе. Я хочу, чтобы оперировали именно вы. Это противозаконно. Я все решу. Почему я? Откуда вы вообще обо мне знаете? Мне вас Баранкина рекомендовала. Аптекарша. Алла? Так она ж, по-вашему, мошенница. Разве ей можно верить? А я смотрю, вы хорошо осведомлены о делах нашего города. Ладно. Это протокол, а не достача. Подписанный лично Баранкиной. Хорошо, я согласен. Андрей! Андрей! Андрей, открой! Что с тобой случилось? Ничего, как видишь. У тебя опять был приступ? Настя, со мной все в порядке. А вот с тобой, похоже, нет. Я испугалась. Извини, что вторгаюсь в твою личную жизнь, но дело срочное. Пациентке Гаврилиной плохо. Я ее муж. А что случилось? Не могу точно сказать. Тамара Маратовна вызывает Андрея Аркадьевича, чтобы он определил. Поехали. Ой. Эд, пардоньте за вторжение, Люсь. На пару слов. Ты не видишь, я товар принимаю? Ну так как, Людмила Анатольевна, поедем на плотинку или опять сомневаться будете? Что ты опять нет лимонад привез? Я сколько раз говорил, не берут его. Забирай. Поссорились? Много возомнила себе. Еще и Виталика из него обидела. Да ладно, помиритесь. Угу. Помиритесь. Он мне предложение сделал. Кто? Кто-кто? Виталик. Так это ж здорово. Угу. Он же тебя любит. Он детишек хочет. Ну? А ты? А я бесплодная. Тотальный тромбоз левой легочной и в правой на треть. Вовремя, однако, вы контраст наладили. Мы такие тромбозы еще не оперировали. Вернее, до нас таких не довозили. А откуда тромб прилетел? Нашли? Тромб, по-видимому, свежий. Вылетел из воротной вены в нижнюю полую, затем в правое предсердие. Здесь ударился в трикуспидальный клапан. Скорее всего, именно здесь она почувствовала перебои сердца. Но тромб в предсердии недолго задержался. В диастолу проник, в правый желудочек. Систола его швыряет в легочный ствол. Он его проскакивает, но вклинивается в ствол левой легочной и обтурирует его, да еще и перекрывает треть правой. Но при этом, заметьте, не дефрагментировался. Я думаю, его можно достать. И как? Без искусственного кровообращения? Вы как себе это представляете? Ну что, пробили Ермолова? И что с ним не так? Смотри, за тромбом артерия свободна, кинуть шунт между стволом и легочными, отжаться. Вскрыть артерию и при помощи катетера Фогарти извлечь тромб. Идеи ловите? Старый как патефон, но надежный как автомат Калашникова баллон Фогарти. А что? Круто придумано. У вас все в Питере такие головастые? Он оперировать не будет. Он врач-убийца и больной на всю голову. Вы себе что позволяете? А не надо из меня дурака делать. Я все выяснил.
Так, это вы из меня дуру не делаете? Сначала вы отказались от нашего штатного врача, привели своего, теперь и он вам не мил. Значит так, или операцию проводит наш хирург Вячеслав Григорьевич, или я звоню вашему руководству и говорю, что вы препятствуете проведению операции вашей супруги по жизненным показаниям. Вячеслав Григорьевич, готовьтесь к операции. Андрей Аркадьевич, Вероника прислала обработку вашего сканирования в D-режимах. Ознакомитесь. Открылся конкурс. Оль, я понимаю, танцы – это твоя жизнь, но ничего, в следующем году будет другой конкурс. В следующем году я расползусь и буду коровой. Ну, не преувеличивай. Ты в отличной форме и обязательно добьешься своего. Оль, если я могу для тебя что-то сделать, ты только скажи. Оль, я давно хочу тебе признаться. Ты для меня единственная. Антон, слушай, что ты для меня можешь сделать, а? Москву в Питер можешь увезти? Правильно, не можешь. Единственный, кто мог, кто трахнул и слился. Андрей? Андрей, да. Не он первый, не он последний. Ты что, реально не догоняешь? Оль. Меня достало здесь все, понимаешь? Вкалывают на этом хлебозаводе по 12 часов. Город, клуб. Меня тошнит уже от всего этого. Меня достало. Я свалить отсюда хочу, ты понимаешь? Вон, посмотрите, какая красота. Что она сказала? Каков вердикт? Сейчас, сейчас. Покажу на трехмерной модели. Гена Вольфович, на словах что просила передать? Точно не онко. По-видимому, фиброз вследствие небольшого локального кровоизлияния. Микроинсульт геморрагического генеза. Насколько давний? Сложно сказать. Ну, с месяц, не более. А может и меньше. Андрей Аркадьевич, нужна ваша помощь. Срочно. И вот только сейчас выяснилось, что никакого рака у меня нет. Ну так это ж хорошо. Живи да радуйся. Вся жизнь впереди. Да. И давно он у тебя был? Почти 5 лет прошло, как первый диагноз поставили. Ну а сейчас как, все хорошо? Ну да, хлебнула я, конечно, со всем этим. Но вот и решила пожить. Ну а бабки-то есть, на что развернуться и газануть как следует? А деньги есть. Мы с сестрой родительскую квартиру продали. Деньги поделили. У нее своя жизнь, у меня своя. Ну, с такими деньгами весь мир и все мужики твои будут. Да как ты не поймешь, она не перенесет транспортировку. Ее сердце не выдержит! Ее сердце не выдержит твоей операции! Так, так, давайте все успокоимся. Так. Куда вы собрались ее везти? В кардиоцентр. И что, они ее там примут? Да, сказали, привозите. А вы сказали им, что она в критическом состоянии на высоких дозах катехоламинов? Интубирована на 75% кислороде. Сказали им, что она нестабильна, и даже банальное перекладывание в транспорт ее может убить. Я понимаю, вы боитесь ее потерять. Верно? Вы из-за этого так бьетесь, чтобы спасти ее. Тогда поверьте нам, спасти ее может только срочная операция, которая восстановит кровоток ее легких. И еще. Не каждый смелый, тем более опытный хирург возьмется за такую операцию. Слишком рискованно и непрогнозируемо. Николай Иванович, я уверен, Вячеславе Григорьевич. А вам нужно набраться терпения и верить лучше. Так, отлично. Последний анастомоз на шунт наложен. Ну что? Есть. Мы готовы к основному этапу? Готовы. Как гемодинамика? Системная 90, ритм синусовый, тахикардия 100. Так, внимание, начинаем основной этап. Накладываю зажимы. Следите за гемодинамикой. Дебейки, изогнутый на 45.
Левое легочное перекрыто. Правое легочное перекрыто. Наложен зажим на легочный ствол. Как среагировало? Легочное повышено, но в принципе терпит. Хорошо. Два пинцета. Держать здесь и здесь. Отсос сюда. Настя, где катетер Фугарти? Готов. Проверила? Ну, тогда помолись. Скальпель. Делаем небольшой разрез в этом месте. Отлично. Баллон. Вводим его сначала в правую легочную и раздуваем. Давай, 5 кубов. Аккуратно, потихоньку. Теперь в этот. Тот же объем. Отлично. Ну что, момент истины. Еще раз повторяю для всех. В тот момент, когда я удаляю тромб, вы приоткрываете. Еще раз акцентирую. Приоткрываете зажим на легочный. И током крови вымываете потенциальные тромбы. Ясно? Ясно, поняла. Контролируй отсос. Ну, поехали. Вот, 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 пошел тромб. А вот его головка показалась. Что так долго? Может, сходишь, узнаешь, что там? Тут лучше не мешать. Терпение – залог успеха любой операции. Так что сидим, ждем, мимо нас не пройдут. Ладно, сидим, ждем. Отлично. Перехвати его салфеткой и держи. Так, вытаскиваю второй баллон. Приоткрой зажим на легочном створе. Твою же мать! Я сказал, приоткрой, а не сними. Как там давление? Съехало, 50. Доливаем. Зажим, зажим. Тромб не отпустил? Держи, как звезду пленительного счастья держи. Это поможет она нам победить очередную болячку и вырвать эту пациентку из костлявых рук смерти. По крайней мере, на ближайшее время. Слушай, это история с фотомоделью. Вранье? Ну, на моем персональном кладбище хирурга ее точно нет. А что такое персональное кладбище? Прикапываете где-то тайком? Вот оперируешь, лечишь, выписываешь. Все прошло удачно. И ты напрочь забываешь, как звали пациента, с чем обращался. А тех, кого потерял на столе, в силу сложности их заболевания или, не дай бог, какой-либо ошибки, помнишь всю жизнь. Вот это и есть персональное кладбище врача. Будем ушиваться, тромб удален. Все, Настеночка, родная, давай, иглодержатель с проленом, 2. При ревизии артерии чистые, в дистальных отделах. Все, как говорил Ермолов. Подруга, ты не закипела, отлить не хочешь? Хорошо бы. Ну, а че ж ты молчишь? Сейчас остановлю, давай шуруй. Угу. Сейчас, я быстро. Да ты не торопись. Жизнь вашей жены вне опасности. Тромб удален. Операция прошла планово. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Если от меня когда-то что-то понадобится, обращайтесь, пожалуйста. Все в порядке. Вам сообщат, когда вы сможете ее навестить. Спасибо. Спасибо огромное. Слава, ты хирург от Бога. Под тебя отдельную клинику нужно в центре столицы открывать. Что ты вообще тут забыл? Спасибо, но ты-то от ничего и не понял. Нет, это ты не понял. Столько людей можешь спасти. Я этим и занимаюсь. Слушай, Андрей. Аркадьич, давай проясним. Что у тебя с Настей? Звезду словил? То, что я сказал, что ты хирург от Бога, это не значит, что я буду перед тобой отчитываться. Я уехала. Так будет лучше всем.
Привет, красавица. Залезай. Извините, только у меня денег нет. Зачем деньги? Мы тебе и сами доплатим. Садись. Катитесь вы. Поехали. Видишь, она не в адеквате. Марин, погуляй. Больше не будешь танцевать. У тебя же талант. Таких талантов вагон и маленькая тележка. А мечта? У меня мечта жить по-человечески. Мужчину вроде тебя найти. Знаешь здесь таких? Молчишь. Значит, в Москву. Подружка зовет. Она там зам ресторана очень крутого. Я пищевой колледж закончила. Ну, хорошо. Было бы хорошо, если бы ты меня с собой взял. Ну, я покорять столицу не собираюсь. Колхозной экзотики не нахлебался. Ну-ну. Что у вас вчера было с Лизой? С Лизой? Я вчера вообще ее не видел. Это очень удобно ничего не помнить, знаешь? Хочешь, подскажу? К тебе вчера жена приехала. И ты так обидел Лизу, что она уехала навсегда. Что за бред, Настя? Что ты там возишься? Смотри, петрушку мне не повыдирай, между грядок посадила. Как у тебя с Люськой? Плохо, сына. Надо бы поднажать. В смысле? Жениться тебе пора. А ты чё это так заговорила, мать? Врачи стентирование мне назначили. На операцию записали. А я боюсь. Да ладно тебе, мамуль. Ну ты чего? Вдруг случится чего? Я даже внуков не увижу. Понимаешь? Все хорошо будет, мамуль. Лиза! Лиза! Почти половины нет. Лиза, как ты могла? Открой дверь. Поговорить надо. О чем? Ты прости меня, Люсь, если помешал чем, когда пришел. Зря извиняешься, ничего ты плохого не сделал. Люся, ты выйдешь за меня? Нет. Thank you.
Бабушка, где Лиза, знаете? Нет, позаранку еще ушла. А куда, куда? Куда, полслова не сказала. Уйти-то ушла, а лекарство-то оставила. Ой, девки, девки. Ревите, девки, ревите. Надо вам друг о дружке погоревать. Да ну вас. Ну что с вами, дурехами, делать? Что случилось? Тебе помочь? Отвезите меня домой, пожалуйста. Садитесь, девушка. Спасибо. Аглая Тимофеевна! Аглая Тимофеевна! Что ты кричишь? Давай вот, подсоби. Ой. Что с Лизой, знаете? А что с Лизой? Прогуливается потихоньку. А жизнь кумекает. На туда. Ага. Сестра переживает. А что переживает? Зря, потому что у Лизки все будет хорошо. А ты ведь не за этим ко мне пришел. Ну, говори, рассказывай. Туда, туда. Даже не знаю, как сказать. А как есть, так и скажи. Как есть? Да. Что делать, когда не знаешь, что делать? Я тебе скажу. Вот так. Встань. Зажмурь глаза, в небо прямехонько палец подними и спроси, чем душа мается. Спросил и забыл, они там разберутся. Слава Богу, вернулась, девочка моя. Прости меня, пожалуйста. Ты чего, ты чего? Прости. Ты чего? Пойдем, пойдем. Все хорошо. Привет! Ну что, дело закрыли? А ты тут при чем? А подожди, а кто с ментом договорился? Участковый сказал, что спасибо нужно сказать врачам. А ты уже с ним поговорила? Ну слушай, бизнес в любом случае, as usual. Работаем дальше?
Нет, Максим, не работаем. Ал, давай ты не будешь горячиться. Я спокойно, как удав. Как решила поставить на тебе крест, так камень с плеч. А, то есть ты меня использовал сначала, а потом хочешь выкинуть? Ты охренел? Ты меня чуть не посадил. Слушай, ну если быть честным, у тебя у одной был реальный шанс отскочить. Ну я же был прав. Все, Максим. А, слушай, Тай, может, пойдем погуляем? Ну куда ты хотела? Пап, мне сегодня некогда. Ну ладно. Как считаешь нужным? А вот что я не так сделал, а, док? Может, с юмором переборщил. Дело-то серьезное. Не. Тут что-то другое. Сложная субстанция такая. Судьба называется. Злой рок-н-ролл, ёжики-ножки. Наговариваешь ты на свою жизнь, Виталий. Вот я. Я зависимость свою одолел. Одолел. Причем сам. С прелюбодейством закончил. Но все-таки я же потенциальный глава семьи. Пример должен какой-то подавать, ёжки-ножки. Предложение руки и сердца. Даме сделал. Все культурно, официально. Вот так. С преклонением колена, док. А она мне в ответ что? Судьба. А ничего. Мать опять же через месяц в больницу положит. Сплошное расстройство и одиночество. Виталь. Все наладится. Слышь, док, а давай махнем на рыбалку, а? На пару дней. Вот только чтоб ты, я и рыба. Знаешь, старик, почему бы и нет? Сейчас зафиксировали, док. Понял? Сейчас. Я буквально сейчас полчаса собраться, и я за тобой приеду. Только никуда. Угощайтесь. Спасибо. Вкусные у вас конфеты. Хорошо, молодец. Теперь давай и краткое. Только старайся, чтобы буковки были одного размера. Привет. А у вас тут кружок дошкольного образования? Молодец. Понял, не буду вам мешать. Ты был у Оли. Как она себя чувствует? На днях выписывают. Пролетела она с конкурсом. Пролетела? Но зато у нее теперь есть другой план, как отсюда сбежать. Сбежать? Ну да. Вырваться, свалить. Оказывается, танцы для нее были всего лишь способом, чтобы зацепиться за столичную жизнь. И я для нее тоже, видимо, был всего лишь способом. Лиза, скажи честно, я идиот? Может быть, я пребываю в иллюзиях и
На самом деле, все, что я здесь делаю, никому не нужно? Вы не востребованы. Я чертовски не востребована. Давайте организовывать досуговые мероприятия вместе, Антон. Лично меня вы своим примером очень вдохновляете. И лекции по литературе не закрывайте, пожалуйста. 1% культурных людей достаточно, чтобы изменить мир. Это хорошо. А кто это сказал? Я. Алкин! Ты что, оглохла, что ли? Я тебя зову, зову. Косметолог, убийца. И кого убил? Да какую-то там певицу из мюзикла. Да только она выжила. По телеку показали. Люсь, давай не сейчас. Да подожди ты. Ты помнишь эту фотомодель, которую якобы Ермолов прикончил? Так это не он ее прикончил, а косметолог. И? Ал, ты дур, что ли? Ермолов твой чистенький, поняла? Виталь, давай поговорим. Говори. Виталь, я тебя люблю. Любовь, Люсенька, это… Это не вот эти вот все ахи, вздохи, а… Виталь. Садись. Виталь. Ты куда? Здравствуйте, Аглая Тимофеевна, да я… К Андрейке моему. А… Опоздала, опоздала. Нет его. Уехал. Куда уехал? Ну, куда надо, туда и уехал. Господи, девки, что вы вокруг него скачете, скачете? Будто медом здесь намазано. Отдышаться ему не даете. Андрей Аркадьевич, я сегодня подняла документы по оборудованию, поставленной по госпрограмме. Вы не поверите, чего там только нет. И 2 фетальных монитора, и видеоэндоскопы, и даже маммограф. Простите, зачем вы мне это рассказываете? Ну, если это все наладить и использовать, это совершенно другой уровень диагностики. И чтобы все это наладить и использовать, вам нужен? Да, мне нужен Ермолов. Я готова взять вас на официальную ставку. Ну что ж, предложение заманчивое. Мне нужно подумать. Подумайте, Андрей. Я вас не тороплю. Жду вашего решения и до свидания. До свидания. Ну ты даешь, док. Запало оно на тебя. Будь аккуратней. Ведьма самая натуральная. А ты откуда знаешь? Да чё ж я по голосу не слышу. Сожрет она тебя и даже не подавится. Да я тоже вроде не вчера родился. Ну да, ну да. Хорошо, док, а? Красота! Отчего я не облако? Отчего не летаю? Никаких тебе забот, никаких хлопот, Стасики-карасики. Да, Виталя, было бы неплохо. Да тебе-то чё, док? Ёжики-ножики. Мне б твою житуху. Профессор, бабы льнут и печень. Опять же здоровая. Мою житуху? Угу. Значит, смотри.
Ты с утра до ночи на работе. Я не преувеличиваю. Домой пришел, звонят. Здесь колет, там ноет, помоги. Телефон отключу и всего делов. А деньги? Их всегда мало. Больше доходы, больше расходы. У тебя шикарная квартира в центре. Так. Хорошая машина. А-а-а. Очень хорошая. Ага. Дом начал строить. У-у-у. За все плати. У тебя роскошная женщина. И она тебе обходится дороже всего. Дом не буду строить. Зачем мне дом? С друзьями шашлыки жарить. Ну? Хотя, где они, твои друзья? Вот. Нет их. Так пару раз в году встречаетесь. Да и то они для тебя давно чужие люди. Звонят только, когда проблемы со здоровьем. А женщина моя роскошная, с ней что? Да ты даже не знаешь, что с ней. Тебе по-настоящему нет до нее дела. У тебя вместо нее в голове одни диагнозы, диагнозы, диагнозы. Она найдет себе криворукого косметолога, и ты узнаешь об этом последнем. Страшное дело. Так, подожди. Я светило науки, так? Так. Социально ответственная личность, так? Так. Я скольких людей от смерти спас? Ты их разгадывал, как головоломки. Для тебя чем непонятнее болезнь, тем интереснее. А на людей, по большому счету, тебе наплевать. Вот вся твоя жизнь. Ёшки-ножки. А, док, клюет, клюет, смотри. Клюет. Эх, сорвалась. Так-то, если тебя послушать, док, ты, конечно, прав. А если подумать, вот жить-то хорошо. Ну, если подумать, ёжики-ножки, вот все плохо. Все не так. А хорошо, это же жизнь. Да, благодать. Дали согласие на эксгумацию. По новому заключению судмедэкспертизы твои действия абсолютно оправданы. Так что, Андрюха, поздравляю с полной и безоговорочной реабилитацией. Спасибо, дружище. Теперь Айзекович примет тебя с распростертыми объятиями, и не только он. Спрос на тебя такой, будешь еще думать, кого выбирать. Я разберусь. Виталь, подбрось меня до больницы. Так какие проблемы, ежики-ножики, док? Ха.